Привет, друзья! Мы с вами живем в эпоху ужасной пропаганды, ужасной лжи. Известную фразу можно перефразировать сейчас так, что они делают вид, что говорят нам правду, а мы делаем вид, что им верим. То есть общество тотально не доверяет своим властям. Очень большой дефицит правды. И я думаю, что в этом направлении будет развиваться кризис, и в конечном итоге правда станет очень большой ценностью, такой же, как сейчас пресная вода, которую не очень ценят, но которая на самом деле очень важна. То есть в будущем будут прям войны за правду, расстрелы за правду, наказания за попытки лжи. То есть вот эта вся гибельсовщина, она будет искоренена. В будущем. Это нужно в первую очередь и для безопасности государства, потому что граждане сейчас не доверяют властям, они чуют подвох в каждом их действии власти. Вот даже про прививки, да, от коронавируса. Может быть, это и хорошая вещь, но граждане не доверяют властям. Они не понимают, зачем нужен был такой карантин, они вот не верят в сам факт карантина, ну, некоторые, да. Не большинство. Вот. То есть развивается тотальное недоверие к властям. Я считаю, что это основной тренд на ближайшее будущее, чтобы сделать правду главной ценностью в обществе. И это на самом деле позволит добиться больших результатов, так сэкономит множество усилий на проверку, перепроверку. Советские люди, они были очень доверчивы, кстати, потому что, ну, врать было не принято и наказывалось, в том числе и в морду. Так что вот такие мысли.